Здравствуйте, это канал Максимазы. Сегодня будет еще один выпуск. Просто сейчас такие миссии, две хорошие пойдут. И поэтому я решил как можно быстрее вот записать. Короче, после автосохранения я почему-то появляюсь либо в этой вот квартире Романа в Алкаквине, либо в Бахане, в маленькой квартирке. В пентхаузе в своем я почему-то не появляюсь. О! Нико, ты слышал? Мой брат Дерек погиб. Да, черт. Надеюсь, в последний момент он был под кайфом. Печально, когда твое последнее желание это умазать. Как ни крути, в любом случае печально. Да уж. А Джеральда арестовали. Он в исправительной колонии Олдерни. Джерри взяли? Не волнуйся, ему не привыкать, он 100 раз уже отмазывался. Приезжай на похороны Дерека. Это нужно для моей семьи, церкви. Я приеду, друг, до встречи. Надень костюм, Нику. Это церковь, ты должен выглядеть прилично. Ничего, у меня есть костюмчик. Сейчас мы его, блин, нафиг наденем. Привет, Нико. Привет, Кейт. Я узнал про твоего брата, это так ужасно. Да, но я не слишком хорошо знала Дерека. Я видела его, когда была маленькой. Он был полон сил, у него были мечты. А Дерек, который приехал в Либерти-Сити, был сломлен. Возможно, он хотел умереть. Да, но думаю, тебе все равно сейчас тяжело. Тяжелее всего маме. Приедешь на похороны? Конечно, встретимся там, пока. Наденьте костюм, да. Сейчас наденем мы этот сраный костюм. Нет, албанца нам не надо. Этот тем более не надо. Мусорщик не надо. Вот этот давайте. Только ботинки давайте другие. И еще давайте ботинки. Вот эти, ладно, пусть будут. Поезжайте в церковь, чтобы принять участие в похоронах. Конечно, никто не говорит, что он был ангелом. Никто из нас не может сказать подобное. Вот почему Господь посылает нас на землю, а не на небеса. Он всегда мог справиться с человеческими искушениями. Но он всегда был верным семьянином. И человеком убеждений. Господь просит нас проявлять веру. И он делал это по-своему. Дерек отдал всего себя. Нам будет его очень не хватать. Аминь. А теперь прошу всех присоединиться ко мне и проследовать на кладбище. Такая потеря для вас, мне жаль. Мне нет, мне жаль маму. Давным-давно я порвала с братьями. Мне больше всего хотела посадить цветы на их могилах. Странная у вас семейка, конечно. А у кого не странная? Да не знаю. Прикните всем на пол. Это еще кто такие? Это албанцы? Еще? А что им надо-то?
еще одни. Да ладно, еще. Нам пора уезжать. Сможешь вести этого Ромео? Сядьте в катафалик. В общем, так, мужик, Дерека мы будем хранить на кладбище. Поехали туда. Вот полицейских нам только и не хватало. А, это еще... А, это те, кто остались. Черт, дверцы сзади открылись. Фу, жесть какая. Главное, чтобы он не выпал из машины. Если мы, если он выпадет, если его гроб выпадет, то все, хана нам придет. Фу. Только я так и не понял, что этим албанцам надо-то от нас было. Назад. Не двигаться, все. Зашибись, там авария. Там проехать сложно. Капец, как я не люблю такое движение, а. Так, только бы не врезаться в полицейскую машину. Козлы албанцы. А куда ехать-то нам вообще надо? Ой, блин. Чтобы не выпал из машины. А вот и кладбище. Так, это здесь. Теперь можно его закопать. Спасибо, Нико. За что? У Дерека никогда не было много друзей. Он был такой сам, но... Это много для меня значит. Ты приходишь и помогаешь моей ненормальной семейке. Я пришел ради Дерека. Я пришел ради тебя и Паки. Я тебе благодарен. Позвони мне как-нибудь. Да.
А теперь едем к краю бочины. Кстати, а если мы на кладбище сейчас заглянем, там будет какой-нибудь знакомый персонаж? Нет, здесь могила только одна, по-моему. Дерек МакКриви. А если бы мы бы убили Фрэнсиса, здесь было бы написано Фрэнсис. А там еще есть что-нибудь? Нет, тут одна могила всего, мне кажется. К сожалению. А может и к счастью. Мы много кого убили. Здесь мог бы быть Михаил Фаустин, например. Или кто-нибудь еще. Тут еще есть могилки, но на них ничего не написано. Так, Дмитрий опять у нас на втором месте стал стоять. Так, Роман, мне нужна тачка. Роман, братишка, мне очень нужно такси, ты его за мной не отправишь? Все, что пожелаешь, НБ, машина скоро приедет. Так, ждем машину и поедем к краю бочины. Короче, Роман скоро поймет, что ты бесполезный засранец. Это еще кто такой? Нико, это Джеральд МакКриви. Звоню из государства и справедливого учреждения Олдерли. Привет, Джерри. Я слышал, что тебя упекли. Это очень плохо. Надо обсудить кое-что. Я внес тебя в список посетителей. Приезжай. Я приеду, но только попозже. Попозже, попозже. No way. Он свой. С этим Нико. Это Фил. Тот парень, который два лимона. Мы, конечно, не друзья, но... Да, ты прав. Я попал в дурную компанию. А ты об этом парне, с ним все в порядке? Уже платит, до сих пор не перешел на сторону федерала. Очень смешно. Мы теряем кучу бабок, и у нас большие проблемы с этими байкерами. У меня тоже есть одна проблема, надо кое-кого найти. Да-да-да, я уже кое-что разузнал по этому поводу. В общем, мы послали нескольких наших ребят. Может быть, тебе удастся разобраться с байкерами, я студию их был. Они создают проблемы на углу в Окси-стрит. Хорошо. В противном случае, раз с Рэй, будут серьезные проблемы. Боссу нужно платить. Даже если люди забывают рассказать о своих делишках. Не морочь мне голову. Толк говорить о том, что еще не сделан. Не сомневайся. Какого черта ты все знаешь? Поезжайте к месту сбора пропащих. Нам что, опять придется воевать с пропащими? Я с их главарем. Практически их друг. Ты взял кое-что, принадлежащее моим работодателям. Черт. Это опять чувак, который Джонни подрезал. Давай-ка поглядим, как он сможет тягаться с нашими американскими байкерами или нет. Погнали! Почему они так все усложняют, а? О, догоните и убейте байкеров. С удовольствием. Только надо постараться сделать это как можно скорее. Один готов. Я когда первый раз играл, довольно долго их убивать пришлось. Я довольно долго гонялся за ними.
Так, давай второй уже. Второй. Я убил последнего где-то в тоннеле в каком-то. Черт побери, а вот и он. Я на многое способен, чем ты думаешь, уж поверь мне. Блин, поезд. Ненавижу поезд. Если мы сейчас хоть чуть-чуть его заденем, нам конец, все. Еще один поезд. Ну уже, дохни. Дохни, дебил. Нет. Вот откуда я знал, что там поезд поедет? Вот серьезно. Куда ты? Догоните и убейте всех байкеров. К сожалению, одного мы сможем убить, а второго мы не сможем убить, пока он до метро не доедет. Я помогу пострелять в него, но он не будет умирать. Он, по-моему, не получает никакого урона. Но я ему, может, колесо могу прострелить. Черт побери. Здесь опасно, потому что здесь ходят поезда. Да сдохни ты уже, ну. Блин, я надеюсь, под поезд мне не улететь. Врежусь в поезд.
то все, мне конец. Заново перепроходи опять миссию. Вот с правой стороны безопаснее ехать, потому что там поезд едет не в мою сторону. Почему он все равно не умирает? Скорее сюда, сюда, сюда. Да ему все равно, он не умирает. Даже по голове бесполезно. Наконец-то. И поезда столкнулись. А зачем мне садиться на поезд? Они не едут. Я избавился от своих байкеров, хотя Джонни там не было. Должно быть, о нем позаботились другие. Не бери в голову ерунду. Ух. Едем к краю бочины снова. I want to go to Grenadier Street. I know a fun way to go. We're going to make a change. Не то выбрал. Фу, едем к краю бочины. Опять ты звонишь мне. Нико, ты принес мне неплохие деньги, я ценю это. Так что, пожалуй, я отдам тебе навод. Ну чего ж ты ждешь, давай уже. Есть тут один чувак, Таблет Дэниелс, живет в треугольнике. Он, кстати, 10 штук должен. Ты вот говоришь, что, возможно, ему известно о Флориане Кравиче. Флориане? Годы твоих поисков подошли к концу, мой друг. Этот парень должен быть известен. А, сюда даже ехать не надо было. Отлично. Прекрасно. Роман, можешь оказать мне услугу? Для тебя все что угодно, брат, только скажи. Хочешь елочку какую-нибудь эту встретить? Нет, я не за этим. Я сейчас заберу тебя из квартиры. Жди меня там. Да, авария опять произошла здесь. Не друг, а Роман там. Ладно, думаешь, как я выгляжу? Фанат спортивной ходьбы. Я нашел Флориана Кравича. Человек по имени Таблет Дэниелс отведет нас к нему. Талбет. Я пару раз перекидывался с ним в карты. Выходит, ты все-таки убьешь Флориана Кравича? Если ты налажаешься, у меня будет вылиться куча дерьма. Вот он, пойдем поговорить с ним. Он участвует во всех играх в окрестностях Алкакрина. Он не особо успешен. Эй, я слыхал, ты знаком с Флорианом Кравичем. Где он? Флориан Кравич? Я не знаю, про кого ты говоришь. Я пару раз сталкивался с этим парнем и изучил его повадки. Он лжет. Ты о чем, Роман? Стоит немного надавить Сэнби, и он расколется. Сгрей-ка его чуток. Ну хватит уже. Я знаю одного парня, который любит, когда иногда его называют Флориан Кравич. Живет где-то в спальных кварталах. Показывай.
Красивая машина. Залезай в тачку, только не делай глупостей. Когда я найду Флориана Кравича, когда я его найду. Так, если я ничего не путаю, квартира Берни находится где-то в спальных районах. Так, если я не ошибаюсь, нам прямо. Да, он поменял имя на Берни Крей. Теперь его зовут, а не Флориан Кравич. Так, теперь поворачивай направо. Черт побери. Знаешь, тебе нужно попробовать выкинуть все эти из головы из прошлого. Всю эту дрянь из головы. Сейчас прямо. Хорошо, прямо так прямо. Давай влево. Здесь нужно вправо. Держись этой улицы. Давай прямо. Сбавь ход, я поворотов не вижу. Здесь налево. Какой еще налево? А, туда? Тьфу ты, я уж думал, что за какой нафиг налево? Я сам поворотов тут не вижу. Направо. А вот и она, квартира Берни. Ты собираешься его убить? Да я разберусь с Флорианом, он сам будет молить о смерти. Это максимум, на что может рассчитывать твой дружок. А теперь убирайся. Ты свое дело сделал. Молодец. Ага, угу. Нико, ты спокойно тут. Да, я в гробу видел твое спокойствие, Флориан. Флориан, я за тобой пришел, открывай. По-сербски говорит. Флориан! Я пришел за тобой, Флориан. О, нет, уходите, уходите. Флориан. Это ты? Нико? Какого фига ты тут делаешь? Что с тобой случилось? Я начал работать над собой, ты знаешь, одно потянул, другое. Флориан, ты на скотобойне подтяжки делал? Не напоминай мне. Роман, смотрю, ты набрал пару лишних фунтов. А что вы здесь делаете? Зачем вы вышибли мою дверь? Я пришел задать тебе пару вопросов. Это ведь ты, так? А что не? Не ты нас подставил, тут либо два варианта, либо ты, либо Дарко. Я думал, что это он. О, господи. Ты думал, что это я? Вот почему ты здесь, ты пришел меня убить? Ты пошел ты в задницу, и ты, толстяк Роман, тоже. Это был не я. Не я. Я бы так не поступил бы ни за что. Флориан, хватит привязываться к моей коннице. Теперь меня зовут Берни. После переезда из сюда я хотел избавиться от всего, что меня связывало с прошлым. Теперь я Берни Крейн. Прости за толстяка. Ты все еще очаровашка. Да уж, спасибо. Чем ты здесь занимаешься? Я персональный инструктор по здоровому образу жизни. Преподаю в классе аэробики. А еще я влюблен. Но он женат, и все безнадежно. К тому же он политик, заместитель мэра. Брайс Докинс? Все же ярый защитник семейных ценностей. Это просто политика. Где Дарко? Надеюсь, на кладбище. Но я не уверен. Я слышал, что он где-то в Европе или в Швейцарии. Что-то вроде того. Правда, после того, как мне сказали, что ты пошел работать в цирк, вся информация вполне может быть. Мы должны его найти.
Мы должны его найти. Думаю, немного не в себе, рассчитывал, что его встреча пройдет свет. Был рад с вами встретиться, может, пообедаем еще вместе? Конечно, увидимся позже, Флориан. Я Берни! Флориан изменился. Да. Он справился с тем, что произошло с вами, и тебе бы не мешало. Что ты собираешься делать? Может быть, он и не в Либерти-Сити, но все равно где-то рядом. Я разыщу Дарка Брейвича и заставлю его ответить за все, что он сделал. Теперь нам известно, что это он, а я хочу сейчас побыть один, Роман. Конечно, когда увидимся позже. Позвони мне, ладно? Все-таки это не он был. Ну, хорошо. Тю-тю. Ники, ты пришил его? Он не тот, кого я искал. Жаль, начальник, я сделал все, что мог. Ну что ж, такая вот у нас серия сегодня получилась. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкосы, подписывайся, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на запасной канал и группу ВКонтакте. Всем до свидания.